Всем привет! Сегодня я вам буду петь «Мир, который нужен мне», или песня еще называется «Я рисую на окне». Это не там всякие популярные звезды, ну, я имею в виду большие, взрослые, а детская песня. Ну, не такие прям, не такие прям, не такие. Я рисую на окне, мир почти такой, как наш. Я рисую на окне акварели и гуашь. Краски яркие возьму и закрашу серый цвет. Нарисую ту страну, где для слез причины нет. Где улыбки каждый день, где почти всегда весна. Где у всех людей очень добрые глаза. Кто-то ищет целый век, где же счастье? Вот оно! Здравствуй, добрый человек, посмотри в мое окно. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Я рисую новый мир, пусть моя не сохнет кисть. Я рисую новый мир, эй, прохожий, обернись. Если что-то ты хотел в этой жизни изменить, нарисуй в своем окне мир, каким он должен быть. И я верю, что когда каждый кисть свою возьмет, с наших окон доброта в настоящий мир войдет. И наступит долгий век, без обид и слез в глазах, где ты добрый человек, это все в твоих руках. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Когда каждый кисть свою возьмет, с наших окон доброта настоящий мир войдет. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Ты посмотри, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Мир, который нужен мне. Мир, который нужен мне. Такая песенка. Если вам понравилось, ставьте лайки, не забывайте писать комментарии от 1 или от 0, от 0 до 10. Ставьте мне оценку, и всем пока!